Птичка, давай, за минуту, давай, господи, я так сейчас волнуюсь, потому что за минуту, блин, пройти. Давай, давай. Добро пожаловать на мой канал Тилька Плей, я Наташа, мы с вами сегодня делаем что? Правильно, снова играем в Roblox профессиональную башню ада, и надеемся ее пройти без всяких бафов и прочего, потому что, ну, негоже не проходить. У нас тут башенка, 8 минут, в принципе, нормально зашли, прям вот то, что доктор прописал, вот эту штучку я умею вроде бы проходить, тихо, аккуратненько, вот так, типа, мы какая вот такая вот скакущая женщина, которая любит скакать. Скакать. Тут, конечно, есть баф небольшой на двойной прыжок. Но а что мы можем поделать? Мы работаем с тем, что есть. Кстати, не забывайте поставить лайк на это видео и подписаться на каналчик, потому что тебе просто мне приятно, и, возможно, твои лайки мотивируют меня лучше играть в Roblox. Видишь, они мне помогают. Тут кто-то лайк поставил, у меня, видишь, все получается. Все прекрасно в этой жизни, без каких-либо проблем. Тихо, аккуратно. Опа, ну двойной прыжок, ты, конечно, очень-очень легко. Он очень часто может все подпортить, конечно, но я не знаю. Мне кажется, в нашем случае более-менее все окей. Нормально. Тихо. Кубики. Не надо кубики. Подумайте о том, что... Нет, твоя тупая голова. Ва, меня чуть не убила моя тупая головка. Не надо кубик, не надо. Плохой кубик. Да ну, уйди. Боже, я не могу подняться. У меня слишком большая голова для этой игры. Не надо кубик, не надо, недобрый кубик. Во, все, я смогла, господи. Мы выжили, мы живы. Что это за улыбающийся трехглазый червь? Непонятно мне. Ну-ка давай, опа-поп. Опа. Видал, как хорошо идет наша жопа? Вот это я понимаю. Красота! Внутри меня! На-на-на! А чё он в воздухе стоит? Это нормально? По-моему, она левитирует, она читерша. Ну ладно, мы не будем ее осуждать. Может быть, она просто зависла. Но мы неплохо с вами идем, кстати. Смотрите, уже на фиолетовый. Кстати, у нас не так часто бывает фиолетовая зона здесь в Роблоксе, представляете? А сегодня есть. Оп. Ой-ой-ой. А вот это вот очень сейчас херово, то, что здесь двойной прыжок. Иди, твою мать. Посмотри, как я стою просто на конце пятки своей. Я залезла, мать моя женщина. А так еще высоко. Чего так высоко? Я не готова, я уже все, я на стрессе. Мой организм пребывает в стрессе. Спасибо, что переживали. Так, вот сюда. Ой, вот такой у нас еще не было херни. Такую херню я встречаю в первый раз. Господи, у меня каждый раз сердце обрывается, что я упаду в самый низ. Пожалуйста, давай закончись, дурацкий уровень. Фух, здесь пошире. Дышим. Нет! Это было очень обидно, ребята. Капец. Я так хорошо шла. Блин. Ладно, давайте включаем спидранку. Видал, оп, двойной прыжок, тем более, вообще посрать. Оп, так. Нет! Я его зацепила, нет, это было так тупо. Опа, вот сюда сразу, в бачок, такие тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Быстро идем, потому что нам нужно показать, кто здесь профессионалка. Вот, а профессионалка это мы. Но все-таки я считаю, что в профессиональной башне должен быть спидран. Без спидрана ты не профессионалка. А где мы сдохли на фиолетовой, да? Но там коварно, там из-за двойного прыжка все гораздо сложнее. Так, кто-то добавил время. Блин, а я не смогу запрыгнуть? Вот, о, подожди, я сейчас читерну. Давай. Ну, собака сутула. Как так? Как это вышло? Я почти смогла обмануть систему. Так, поехали, спидранер, это я, да голова твоя дурацкая. Так, отлично, у меня еще все, в принципе, нормально, 2 минуты. Мы справимся с вами со сложностями в этой жизни. Мы поднимемся на вершину. Да ёб твою мать, ты чё оступилась-то?
Все, наконец-то! Настала новая башня! Я надеюсь, с ней получится получше, потому что что-то с предыдущей пошло не так. Но я... Так, я не поняла, это что такое сейчас было? Я только хотела сказать, что это, скорее всего, из-за того, что просто не получилось, не фартануло. Я пошла длинным путем. Офигеть, я просто, я прыгаю быстрее всех, ты представляешь? Мне кажется, на меня все смотрят и не понимают, что она делает. Так, что это такое? А, мы уже такую с вами видели штучку. Поднимаемся, тут ничего такого сложного нету. Вот реально, для меня самое сложное, это когда есть вот такие вот штуки. В чем проблема, я не пойму. Давай, собралась тряпка. Да-ка зачем вы включили свой странный двойной прыжок? Ну это ж все, это читанство опять. Но это опять вот это вот. Вот я также умерла в тот раз. Очень тупо, очень обидно. Ладно, у меня будет двойной прыжок. А что я могу сделать? Не я ж его купила. Будем считать, что без бафов. Вот тут вот, надо же было тут сдохнуть. Просто такой бред. Такой бред. Я манала. Так, подождите, назад. Теперь вот так. Здесь должна быть хитрость, понимаешь? Ой, а что там? Там у нас что-то... Блин, я не вижу из-за людей ни хера. Вот видите? А потому что у нее с попки что-то горело. Так, пошли. Куда прыгать? Куда прыгать? Йо-то-то-то! То-то-то-то-то-то! Нифига себе! Вот говорят, поспешишь... Людей насмешишь. Так, меня головой может, да, ударить? Твою ж мать! Ладно, мы вроде быстро все проделали. Давайте еще раз попробуем повторить наш успех. Там уже кто-то поднялся на башне наверх, прикинь, почти. Я надеюсь, он упадет. И упадать ему будет больно. Он уже на зеленый. Видать, простая башня попалась, потому что если уже хоть кто-то там куда-то поднялся, это все. Это значит, она простая, и мы тоже сможем подняться. Давай, соберись, тряпка. Так. Так, так, так. Так, пошла. Пошла, пошла. Опа, все, есть контакт, отлично. Вот сюда. Так, иди первая, чтоб мне из жопы твоей не светило ничего. Ненавижу, когда они... Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Все, отлично. Отлично. Все, супер. Тихо. Фу! Спокойно. Все получится. Не сын. Да что все чешется специально? Цапля вытекает. Что за хрень? Иди нафиг, организм. Я понимаю, что напряжение. Так, здесь лучше вот так, с бочку. Так, ну что, смотрите, мы уже на фиолетовой. Неплохо так идем. Угу. Ага. Так. Ага, ага, ага. Ну что ж, удачи. Я думала, все, приехали. Думала, что все. Так, палочки, выручалочки, палочки, палочки. Палочки, выручалочки. Мы все успели. Так, а время, да, ускорил какой-то там дятел? Ну, ничего, ничего. Мы с тобой те еще профессионалки, поэтому мы должны справиться с этой башней сегодня. Фух. Ну, смотри, неплохо идем. Я думала, будет... Ой, нет. Ой, нет. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ваши ставки, господа. Допрыгнули я до той желтой херни. Ну а чё? Кто не рискует, тот не пьет. Вот так вот. Долбанашка, Наташка, упала. Как какашка в туалете смылась. Ну ничего. Конечно, обидно, потому что ускорили время, и теперь я вряд ли успею. Спасибо тому, кто это ускорил. Ненавижу людей, которые ускоряют время. Ну подожди ты остальных. Ну прошел ты башню, выйди просто и все. Чего ты другим-то не даешь поиграть? Бедные люди просто не могут из-за тебя пройти, а ты, скотина, ускоряешь. Ну зачем так делать? Я таких реально людей не понимаю. Они должны гореть в аду Роблокса. Так, хорошо. Мы вернулись туда, откуда кончили. Ух ты, ёпта, аккуратно.
Давайте тогда не торопиться сейчас. Все-таки надо прыгать на эту маленькую писюльку. Опа. Ага. 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 Так. Ага. Фух. Еб твою мать. Еб твою мать. В жепе ее. 2 минуты. Ай-яй-яй. Уху, 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 так, я не уверена, что я успею дойти, потому что там уже все понаускоряли просто. Вот я не знаю, ну может быть еще есть шанс, знаешь, такой месиписечный, но как бы есть. Так, что тут делать? Ой, не, все нету. Я вот эту херню не умею делать. Отлично, сумела. Давай, давай, Наташка, давай, давай. Успеть за минуту просто, успеть за минуту. Давай, Титька, 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 давай, за минуту, давай. Господи, я так сейчас волнуюсь, потому что за минуту, блин, пройти. Давай, 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 давай. Тихо, 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 тихо. Подождите, 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 я успею, я успею, я успею. Пожалуйста, 40 секунд, господи, быстрее, давай, 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 давай. Я успела за... Нихера, я... Это был грандиозный просто спидран, ёб твою мать. Успела! Иди же, как у меня теперь все трусится, ты не представляешь, у меня аж сердце колотится, я думала, я не успею, но я успела. Фух, на этой ночи, я думаю, что можно завершить, боюсь, больше я не выдержу, но это было круто, как вам? Я вообще просто, ты видела, собралась такая, и дошла. Фух, надеюсь, ты мной гордишься, если это так, то поддержи меня лайками, подписывайся на канал, а мы с вами увидимся уже очень скоро. Вот, это было очень нервно, пока.